стенде компании Технавия в зоне проведения работ на высоте мы демонстрируем пошаговую компоновку системы обеспечения безопасности при работе на высоте. Если вы обратите внимание, на нашем стенде есть определенные числовые обозначения. Это 1, 2, 3 и 4. Согласно данным обозначениям, мы производим подбор средств индивидуальной защиты для создания безопасной работы на высоте. Первое, что мы делаем с вами при компоновке системы обеспечения безопасности, подбираем анкерное устройство, ту отправную точку, к которой будет крепиться пользователь. Хочу также обратить ваше внимание на уникальное решение в виде композитных анкерных столбов производства Техноманс. Данное уникальное решение позволяет организовать безопасную точку анкерного крепления и поднять ее на ту высоту, которая необходима при планировании работ на высоте. Второй шаг – это подбор соединительной подсистемы, с помощью которой пользователь соединяет себя с точкой анкерного крепления. И третий шаг – это подбор системы обеспечения безопасности в виде страховочной привязи. Страховочная привязь – тот СИС, который непосредственно одевает на себя пользователь и связывает себя с помощью соединительной подсистемы с анкерным устройством. Ну и четвертый завершающий пункт, о котором зачастую, к сожалению, часто забывают, это обеспечение средствами эвакуации работника, который трудится на высоте. Как мы с вами знаем, согласно ныне действующим правилам, у нас отдается всего лишь 10 минут на спасение пользователя, который находится в состоянии зависания. 10 минут достаточно мало с учетом того, что вы забыли или не постарались спланировать эвакуационную систему при планировании работ на высоте. Важный пункт, просим не забывать и учитывать те средства индивидуальной защиты в этой сфере, которые представлены на сегодняшний день в нашем ассортименте.